Красноярск с рабочим визитом прибыл министр обороны Сергей Шойгу. По одной из версий, Сергей Кужугетович инспектирует работу завода «Красмаш». Накануне президент Владимир Путин заявил, что работа над ракетами «Сармат», которые создают в нашем крае, фактически завершена. Кортеж, предположительно сопровождающий Сергея Шойгу, горожане заметили на трассе из аэропорта. Затем черные микроавтобусы с машинами полиции и ГИБДД видели около аэрокосмического университета и завода «Красмаш». Предприятие изготавливает ракетно-космическую технику, в том числе разгонные блоки для космического комплекса. Известно, что перед визитом в Красноярск министр проверил работу оборонных заводов и в Новосибирске. Последний раз в нашем городе Сергей Шойгу был с проверкой исполнения оборонного заказа в 2021 году, а до этого в 2019 и тоже посещал «Красмаш». Около месяца назад на заводе с визитом был и нынешний губернатор края Михаил Катюков.